맛있어. 있죠? 저기요? 그럴까요? 알겠습니다. 잘 갖고 나? 그래서 요즘 운동 안녕 뷰티 Не могла спать из-за того, что болела живот. Скорее вообще все надо снимать макияж. Даже нельзя намазывать солнечный крем, а еще маникюр вообще не пускают. Это все наши вещи. Сильно-сильно болела живот. Я думаю, это схватки. Еще хочет оттошнить. Ох, так быстро летит время. Я забеременела в июле, но сегодня 15 марта. Это вообще очень-очень быстро. Тебе уныло. Милькия. 아빠랑 이제 곧 만나자. 아빠 오늘 또 늦게 일어나가지고. 늦게 안 일어났다니까? 아빠. 엄마 지금 3층 간 거 맞아? 응. 내 기억이 3층이었어. 너무 아파. 나 코 하나 잃었어. 하는 게 코란 거. в роддом. Смотри. И сестры очень вежливые и добрые. Как только они увидели, уточнили мое имя и обнимали меня. Это очень приятно и немножко утешает. Фаитинг, 여보 잘할 수 있어. 파이팅 해야 돼. 잘 마무리하고 우리 밀키랑 같이 만나자. 밀키 곧 만나자. 사랑해. 밀키야 곧 만나자. 오죠. 엄청 건강한데? 아니야, 굴어야지. 다 이겨 먹어야지. 어머니 이게 아빠지. 밀키를 처음 면회 가는 날입니다. 밀키 보러 가요. 사랑하는 나의 아내 경아에게. 우리가 함께한 지 5년이라는 시간이 정말 빠르게 흘러갔네. 어제 만찬으로 숯불 돼지갈비 먹은 게 생각난다. 무엇보다도 나에게는 우리 경아가 세상에서 1순위인 만큼 늘 옆에서 보좌관 역할을 할게. 최소 1만 년 이상? 사랑하는 밀키가 우리에게 찾아온 그 순간부터 여보 너무 고생이 많았어.
여보의 남편으로서 밀키의 아빠로서 평생 최선을 다해서 우리 가족을 지킬게. 사랑해요, 밀키 아빠. 감동이다. 일어나니까 더 아파. 밀키 빨리 보러 가고 싶어. 밀키 보고 와서 어땠어? 아, 난 치즈가 씨를 같이 살고 싶어. 밀키랑. 그게 예뻐? 엄청 예뻐. 단단해, 진짜 예뻐. 아, 밀키 보러 갈 거야, 오늘. 움직일수록 덜 아프다는데. 그 다음에 냅둬야 돼. 내가 안 들려? 거기 여기도 안 될 것 같아. 아, 아, 진짜 아파. 야, 우리 일어났어요. 일어났어요. 어, 머리가. 야마구치의 베스트랩 밀키. 밀키를 위해서. 와봐, 이쁘지? 응? 이제 여기서 밀키 바로 나와. 돌면은 밀키가 바로 있어. 응. 밀키 오른쪽. рыба, картошка, суп, рис, конечно, будет бьёку, суп из морской капусты. Я очень стараюсь, правда, очень стараюсь. Мильки, я чуть-чуть подожду, я пойду пойду. 빨리 каждый раз даем суп из морской капусты, потому что это хорошо для кровообращения и улучшает иммунитет. День рождения Мильки был вчера. <왜 이렇게 오고? 웃음> 나 엄청 부었지 얼굴도. 많이 붓지 않았어. 오늘도 밀키를 보러 가요. 뭐 좀.
Тут медсестры и врач очень профессиональные. Я хочу посоветовать отдушить эту больницу. Я очень сильно переживала, но здесь так хорошо обслуживают. Медсестры всегда там улыбаются, обнимают меня. Да, вот, да. А Юн сейчас... Вы иронго инна гоа? Билки сажин бого иссо? Скорее из-за вируса, из-за строгого режима только пускают мамы, чтобы только мама кормила и обнимала. Поэтому только я видела, я трогала Милки, а Юн только скучает, смотрит фото Милки. Это круто! Все это очень вкусно. Она была спа. Это не хорошо.나 손 두 개인 것 같지 않아? 밥을 먹어봅시다. 얘들, 나까니 시보냐. 불고기? 매일의 김치? 아까 오스트리 문의 니르지 아빠가. 이거 뭐지? 요즘 больнице дают такой подарок для поздравления. 피자는 줄여놨어. 뭐야? 너무 귀엽다. 기다려봐. 다시 만들어있지? 이거 너무 귀엽다. 겉싸개 같은데? 아 귀여워. 김수야? 이거 여보랑 똑같이 생겼네. 아 몸이 막 으슬으슬하고 아파. 오늘 3일차? 어때? 아픈데 너무 귀여워. так многие написали поздравления. Это так приятно. Мильки санг очень много받는다. Ой, блин, мне надо быстро восстанавливаться. Это так трогательно. Пока у меня память очень четкая, я хочу с вами поделиться, как происходят роды в Корее. Как только я родила, обычно в Корее сразу забирают ребенка. Но только в этой больнице дают где-то 30 минут, чтобы мама была с ребенком и почувствовала комфортно. Мы с Юном, как только я увидела ребенка, Милки я обнимала и успокоила. Потом они забрали Милки и положили в комнате для новорожденного ребенка. И там медсестры очень-очень хорошо ухаживают, пока маме постанавливаются. Так, и что они делают? Позовут маму каждые 2 или 3 часа, чтобы ребенок познакомился с мамой. Они сами и все-все делают для вас. Вот, в Корее больше фокусируется для восстанавливания мамы. Вот так. Какие? Антигуа, да?
가게 안에 안 들어가 있어. 오늘은 마지막 날. Спасибо всем, мисс сестры, братья, благодаря им. Я вообще очень хорошо вас наблюдала, и Мирки тоже очень здоровая. Слава Богу. Спасибо, эта комната. Здесь я жила 5 дней. И, наверное, еще вернусь, когда буду рожать еще.